What does this mean? Минкульт и агентство Банда придумали новый жест Тризуба, но он оказался непристойным. По словам авторов, понадобился новый жест для Тризуба, потому что традиционный уже использовала политическая партия «Свобода». Нашей задачей было разработать жест для всех украинцев, независимо от их политических взглядов. Поддержку нового жеста, предложенного агентством, привлекли многих звезд эстрады и ТВ, а также министра культуры Ткаченко. Но пользователи сетей отметили, что у жеста имеется и другое значение. В частности, жест используют Snoop Dogg, Kendrick Lamar и другие. Кроме того, он имеет и другое, сексуальное толкование. Пользователи социальных сетей заметили совпадение и массово раскритиковали. Two in the hairy, one in the scary. Минкульту пришлось извиниться перед украинцами, а креативное агентство признало, что переборщило с креативом.